Здравствуй, внученька! Здравствуй, моя родная! Как живешь, поживаешь? Здравствуй, дедушка! Замечательно живу, только по тебе очень скучаю. Скоро увидимся, моя милая! 17-17 ноября жду тебя к себе в гости на мой день рождения. Приедешь? Конечно, приеду. Уже подарок тебе приготовила. Будем вместе друзей встречать. И ребятишек, целый поезд ко мне приезжает гостей на мой день рождения. Но только сейчас о другом хотел поговорить. Завтра в Костроме стартует эстафета Олимпийского огня. Все ли у вас готово-то? Дедушка, 70 факелоносцев нашего города пробегут с факелом целых 14 километров. По набережной Волги прибегут к Ипатьевскому монастырю, а я огонь буду на главной Сусанинской площади встречать. Ну а потом он отправится дальше, на сказочной ладье, в Ярославль. Вот и хорошо. Вижу, что вы готовы к такому важному событию. А там уж и я встречать огонь Олимпийский буду. Дедушка, неужели огонь прибудет в Великий Устюг? В Вологду поеду, в кружевную столицу. Но всех секретов раскрывать не буду, все ждут сюрприза. Так что 20 октября смотри телевизор, и ты все узнаешь. Задерживать не буду, знаю я, что дел у тебя очень-очень много. Конечно, дедушка, ведь уже совсем скоро новогодние праздники. А в конце ноября, сразу после твоего дня рождения, я открываю свою новую городскую резиденцию. Так что буду тебя ждать в гости. Но, конечно, дел еще очень много и хлопот по дому. Родная моя, не волнуйся, все будет хорошо. С нетерпением жду нашей встречи. Жду тебя в гости. Приезжай. До свидания, дедушка.